Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Boxster. Переднее крыло, дверь, заднее крыло буду менять. Причем заднее крыло я буду менять только куском. Ну что, разбираю. Теперь я вытяну арку заднюю и заднее крыло. Итак, с крылом я закончил. Теперь я буду делать порог. Первым делом мне надо вытянуть вот этот вот кант, ребро. При помощи споттера. Итак, это ребро я вытянул, уже хорошее. Теперь мне надо поднять другое ребро, вот это верхнее, то есть поднять вверх. Заканчиваю ремонт порога. Итак, порог сделал.
Теперь буду менять кусок крыла. Сначала обрежу поврежденный металл. Теперь удалю вот это вот безобразие, тем более, что донорский кусочек у меня есть. Подгоняю, примеряю, свариваю. Ну что, примеряю донорский кусок заднего крыла, но для того, чтобы его приварить, мне надо поменять крыло, а крыло, чтобы поменять, надо снять бампер. Итак, меняю крыло, ставлю дверь, и тогда уже буду примерять и приваривать заднее крыло, точнее его часть. Ну что, установил крыло, дверь, прикрутил саморезами часть заднего крыла, все зазоры хорошие, привариваю. Ну что, сварил, зачистил, отдаю машину на покраску. Итак, машина прибыла с покраски, собираю. На эту работу ушло 5 рабочих дней. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!